В условленный час и в условленное время две стороны сошлись на блокпосту недалеко от населенного пункта Авдеевка. И там уже под охраной ополченцев колонна двинулась на территорию аэропорта. Там забрали тела погибших украинских военных, которых пролежали там по разным данным около месяца. Также забрали тело и одного ополченца, который погиб буквально накануне, когда вновь аэропорт был обстрелян. И уже по возвращении на блокпосту состоялся обмен. Ополченцы забрали своего погибшего товарища, а украинские военные двинулись в свою сторону, в сторону города Пески, где они сейчас базируются. Один погибший с бригады «Восток», с линии аэропорта. Остальные вооруженные силы Украины с той же линии. Надо сказать, что такой акт доброй воли не первый со стороны ополченцев. Украинские военные имели возможность произвести ротацию в аэропорту, им завозили продукты питания. А кроме того, как заявляют в ДНР, такие обмены, такие контакты будут проходить и впредь, так как одно из главных условий минских договоренностей – обмен пленных всех на всех и возможность забрать убитых товарищей. Это условие будет соблюдаться неукоснительно, и будут в дальнейшем такие контакты происходить, и это сегодняшний обмен, сегодняшняя возможность забрать убитых, а не последние. Можно об этом с уверенностью говорить. Виталий Арутюнян, Азат Атагонов, Алексей Ялдин, Николай Долгачев и Михаил Виткин. Вести, Донецк.